Масштабный ремонт дорог в Сургуте выходит на финишную прямую. В этом году работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено более 800 миллионов рублей. Чиновники уверены, если ежегодно принимать участие в федеральном проекте, то дороги удастся содержать в хорошем состоянии. Лиана Киямова продолжит тему. Сейчас на одной из самых оживленных дорог Сургута автомобилистам не разогнаться, а спецтехника то и дело ездит вдоль и поперек. Одни вывозят грунт за пределы трассы, чтобы заменить старые барьерные ограждения. Другие укрепляют обочину щебнем. На Аэрофлотской завершаются ремонтные работы. Все идет по графику. На данный момент идут подготовительные работы по укреплению обочины, после чего будет заменено барьерное ограждение. Погоду ловим, работаем по 9-10 часов. По количеству людей, привлеченных на данном объекте, около 8-9 человек. Работы по замене барьерного ограждения планируется ориентировочно к концу месяца закончить. Строители уже завершили ремонт дорожного полотна. Они заменили верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. Общая площадь этого участка составила почти 70 тысяч квадратных метров. Всего в Сургуте в этом году отремонтируют 14 улиц и на 15 участках выровняют колейность. Протяженность всех обновленных трасс составит больше полутора десятка километров. Привести их в порядок муниципалитету удалось благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального и городского бюджетов на эти цели выделено больше 800 миллионов рублей. Сургут участвует в этом проекте первый год. В принципе, выделено денег практически вот из федерального бюджета 600 миллионов. Это для Сургута очень значимо. И если каждый год так будет, то у нас дороги будут более, как говорится, в таком надлежащем состоянии, будем поддерживать как бы регулярно. Сейчас большинство участков находится на завершающем этапе строительных работ. До конца сентября на каждом из них уже обновится покрытие, а к середине следующего месяца установят дорожные знаки. Лиана Киямова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.